первое, это так как у нас гибридная война, поэтому у нас и гибридные решения. Первое, это правильно, я поддерживаю Григория Немыря, это вернуться к женевскому формату переговоров. Это просто необходимо. Нравится это России, не нравится, хорошо, но мир должен посадить за стол переговоров России. Второе, это выделять средства на обороноспособность нашей страны. Третье, это вести переговоры с НАТО. Угу. Потому что мы надеемся, что 12 ноября в Америке, в Конгрессе пройдет слушание по Украине. И есть предпосылка того, что Америка поможет... нам военной техникой. Это же надо, чтобы закон был принят, законодательный процесс. А для этого нам нужно признать, что у нас не АТО, а у нас война. И об этом необходимо говорить.